Теперь к другим темам. Как сделать более эффективным диалог между бизнесом и правоохранительной системой, а также контрольными органами? Об этом сегодня шла речь на встрече Владимира Путина с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент предложил создать отдельную площадку для оперативного обсуждения возникающих у бизнесменов вопросов и поиска оптимальных решений, касающихся в том числе правоприменительной практики. Об этой инициативе заговорили после того, как Александр Шохин рассказал президенту, как сейчас обстоят дела в этой сфере. Вопрос, который вы неоднократно поднимали на предыдущих встречах, это правоприменительная практика и взаимодействие с правоохранительной системой, как там сейчас обсуждается. Если говорить о надзоре и контроле, например, включая правоохранительную систему, то мы идем волнами, на мой взгляд. То есть, с одной стороны, мы добиваемся планомерно снижения количества проверок, снижения административных барьеров и так далее. Но пока мы занимаемся теми вопросами, которые в повестке дня находятся, появляются у многих ведомств желание сохранить себя. И они часть функций восстанавливают, часть новых функций на себя берут. Все время надо держать руку на пульсе. В этой связи у меня есть предложение. Предложение заключается в том, чтобы на площадке администрации президента выстроить вот такой диалог между бизнесом и правоохранительной сферой, но не прямой, а при посредничестве администрации президента, с тем, чтобы не отдельные компании, не физические или даже отдельные юридические лица формулировали свои претензии и просьбы, а с тем, чтобы объединение предпринимателей, скажем, РСПП, ТПП, Деловая Россия, Опора России с одной стороны, и такие министерства и ведомства, как Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, Следственный комитет, могли бы, ну, хотя бы раз в квартал проводить встречи и выявлять тонкие места и вещи, которые беспокоят, с одной стороны, правоохранительную систему, которая обязана обеспечивать интересы всего общества, а с другой стороны, бизнес-сообщество. Предложенный вами механизм, я думаю, будет хорошим способом готовить такого рода встречи.